В Белореченском районе продолжается вакцинация против новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в районе вакцинировано более 25 тысяч жителей. В районе имеется вакцина гам-ковид-вак, она же спутник ВИ. И у данной вакцины имеются абсолютные и относительные противопоказания. К абсолютным противопоказаниям относятся тяжелые аллергические реакции в анамнезе, беременность и период лактации. К относительным противопоказаниям относятся обострение хронических заболеваний, а также острые респираторные заболевания. Сахарный диабет, гипертоническая болезнь не являются противопоказаниями к вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Пациенты с аутоиммунными заболеваниями и тяжелым течением хронических заболеваний могут обратиться к своему лечащему доктору для направления на иммунологическую комиссию, которая проводится в поликлинике города Белореченска. В Белореченском районе работают стационарные пункты вакцинации. В поликлинике города Белореченска приглашаем на вакцинацию с 8 утра до 8 вечера в будние дни и с 8 утра до 4 часов дня в выходные дни. Также у нас работает мобильный пункт вакцинации с 8 утра до часу дня на Прирыночной площади в субботу и воскресенье. Для вакцинации пациентам необходимо при себе иметь паспорт и СНИЛС. Сертификат о вакцинации формируется на портале госуслуг для тех пациентов, которые прошли два этапа вакцинации и имеют подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. По всем имеющимся вопросам можно обращаться на горячую линию по вакцинации Белореченского района. Номер телефона 8-909-464-06-65. Приходите, вакцинируйтесь, не болейте.